Всем привет! С вами группа Crystals! А дела отлично, настрой просто самый такой крутой, можно сказать. А на самом деле в нашей творчестве... перед бурей. Это затишье перед бурей. Мы сейчас много где выступаем, в программах разных, и в принципе я не думаю, что мы сейчас вообще в затишье вышли. Мы недавно записали «Ойнама». Скоро песня «Ойнама» как сингл выйдет обязательно, совсем скоро, и также совсем скоро у нас будет камбэк. Мы с песней «Ойнама» уже выступали и говорили, о чем песня. Песня о любви, то есть, так можно сказать, безответная любовь девушки именно к парню. То есть мальчик играется с чувствами девушки, и девушка поет об этом. Вот так вот. Текст песни писали мы, а также Нара. Можно я отвечу? Давай. На самом деле, когда мы писали «Ойнама», мы тематику, когда выбирали, думали, блин, сейчас самая актуальная тема какая? В принципе, мы про любовь никогда не писали. Такая идея возникла, что сейчас вот безответная любовь на самом деле всегда актуальная тема, потому что девочка обязательно в жизни когда-то безответно влюбляется. Это всегда, это 100%. И вот при... прослушивание этой песни, каждый человек себя найдет в этой песне, вот. И с этой целью мы выбрали именно такую тему – безответная любовь. У всех в детстве была безответная любовь, на самом деле. Безответная любовь здесь не конкретно к человеку, который рядом с тобой, да, например, или в твоей компании. Здесь безответная любовь может быть к кумиру. Понимаете, это такая обширная, здесь не только конкретному человеку. Я думаю, насчет клипа, где и когда, что будет, мы громко заявлять пока не будем, потому что все может быть, но, по крайней мере, мы настроены, что очень скоро мы запустим клип. Ну, конечно, изменения есть, потому что новые люди, новые какие-то идеи, планы, и да, новая какая-то волна, да. Так что новизны очень много. Это была моя мечта с детства, так что я очень рада, что наконец-то эта мечта осуществилась. Crystals я знала и до этого, то есть когда был другой состав, да, получается, потому что они пришли в ММ, а мы с Анелей там стажировались. И я была очень рада, по идее, потому что девочек я уже знала, и мы близко дружили. Да, девочек я уже знала, и нам было как-то легче найти общий язык. Вот из-за этого я была очень рада, то, что именно в Crystals попала. Что изменилось после ухода? Давайте я вот так отвечу. На самом деле мы не обращаем внимания на такие вещи. Сейчас мы нацелены на нас, на наше развитие, на наше продвижение. Так что будьте всегда с нами, поддерживайте нас. А то, что говорят остальные, это на самом деле не важно.